В мотоботах обнаружился брак. Вот на это еще нормально, как бы. На левой ноге здесь неправильно прошили кожу. И в результате вот такая складка под шнурками. И это не выправляется. То есть вот так вот, если зашнуровываешь, прям вот складкой давит в ногу. Язычок нельзя вытянуть, расправить складку. Брак. Брак прошивки кожи. Вот здесь вот, вот так вот должно быть. А здесь как-то сделали. Что? И эти кроссовки уже возвращали. Ну, не кроссовки, а эти ботинки. Вот тут еще более-менее терпимо. А здесь, вот если видно, да, какой загиб. И этот загиб, его нельзя выправить. Это не то, что типа стельку потянул, и он выпрямится. Здесь все пришито. И так прошито, что сделали загиб. Вот этот. Это брак. Вот. Так, я сами вообще ничего хорошего. Здесь вот жесткий носок, жесткая пятка, подошва тоже неплохая. Это 45-й размер. То есть вот он, 45-й. Носок, в принципе, не давит. У меня 45-й здесь как бы в размер. Но кристаллический бракованный. И этот бракованный 45-й еще будут дальше по кругу предлагать и предлагать, пока кто-нибудь его не заберет. Будьте внимательны. Вот так, неплохие. Ох, что попался с браком. Под шнурками, кстати, не так было заметно. Что мне сюда давит? А это вот эта складка давит.